В администрации города Ишима состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по предотвращению кризисной ситуации на рынке труда. По словам директора Центра занятости населения Ишима и Ишимского района Владимира Пашкова, ситуация на рынке труда в городе за последние месяцы заметно улучшилась. Почти в полтора раза увеличилось количество заявленных работодателем вакансий. Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, уменьшилась на 23%. За счет средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субвенций, и трудоустроены 35 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Также на заседании комиссии директор ООО «Ишим Гражданстрой» Виктор Изох доложил о предстоящем высвобождении 27 работников предприятия и признании его банкротом. В отношении сотрудников соблюдена законная процедура. Все без исключения предупреждены об увольнении. В отношении их отрабатываются варианты трудоустройства на вакантные должности Центра занятости.